Спасибо огромное за очень щедрый донат человеку с никнеймом Лолу Ват. Песня «Отель Педрила» группы «Поцелуй бомжа». Лишних слов. А, кстати, как раз про бомжей. У нас, типа, тут на поддержку душевного равновесия Моисея после стрима с бомжами. Мы переходим. Ну, давайте. Слушайте внимательно. А «Поцелуй бомжа» — это, кстати, существительное или призыв к действию? То есть, интересно. Стойте на месте, это не имеет значения. Добро пожаловать. Точно. Хорошо. «Отель Педрила». Это, если что, я в нем сейчас остановился как раз. Спрашивали, где Моисей, куда поехал. Я в отель Педрила. Я текст, к сожалению, не понимаю ни хера. Киви донаты забыл включить оповещение. Прошу прощения, сейчас все исправлю. Нет, синтез речи есть, странно, должны быть. Спиздив странный трактор с ёбовой дражки, поросенок моря с беленькой гитарашкой. Я уеду нахуй, я пасу с Ютуба, обосрав питона, я увижу чудо. Спасибо, анальный червь, за донат. Никнейм чудесный. Что-то, блядь, хуйня в носу какая-то. Ну уж не знаю, про что эта песня. Хуя там звук какой, хорус охуенный. Поцелуй бомжа. Вульгарно-имбецильный ансамбль. Черчение и труп. А нету текста? Не пробовал сейчас. Ну да, футбэнд нормальная хуйня. Не знаю, ничего из этого не знаю, честно говоря. За футбэнд могу прям неплохо сказать, что там неплохо. Люблю, когда люди смешно себя описывают. Мне нравится, как акули и слезы себя подписали, дримпопки. Вот здесь тоже. Послушали после стрима с бомжами, послушали песню от группы с названием...
поцелуй бомжа.